Я обладатель первого дана Поки Акушин Карате. Тренирую детей и взрослых. Каждый год мы сталкиваемся с проблемой отсутствия помещений для проведения соревнований, аттестационных сборов. Каждый год мы проводим летние и зимние спортивные сборы. И каждый год мы сталкиваемся с одной и той же проблемой. Это отсутствие комфортных помещений, комплексов, площадок и отсутствие нормального спортивного оборудования для молодых спортсменов. Когда в других странах строятся целые спортивные города для развития юных спортсменов, в нашей же стране для этого не прилагается никаких усилий. И наши спортсмены вынуждены выезжать за границу для того, чтобы развиваться и достигать каких-то успехов.